Приветствую, друзья, на канале Pokemon Go, с вами Дмитрий, и сегодня у нас речь пойдет о максимальном показателе Combat Power в игре Pokemon Go. Итак, поехали! Основным показателем силы вашего покемона является параметр Combat Power. Это сила атаки вашего покемона. От его показателя в основном и будет зависеть, победите ли вы или нет. То есть, когда вы уже хорошо изучили механику боя, знаете все приемы других покемонов, и против вас выйдет такой же опытный игрок, то победит, скорее всего, тот, у кого Combat Power покемонов будет выше. Первый момент. Вы не сможете прокачивать одного покемона до бесконечности. У каждого покемона есть максимальный показатель Combat Power. Второй момент. Если у вас имеются несколько одинаковых покемонов, которые вы хотите прокачать, то выбирайте того покемона, у которого полоска Combat Power прокачана как можно больше, и сам Combat Power больше. Таким образом, эта полоска передастся к эволюционировавшему питомцу, и вам потребуется меньше пыли на его дальнейшую прокачку, или вам не придется ее совсем тратить. Друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. С вами был Дмитрий, до новых встреч, пока!